Всем привет, ребята! И вы на моем канале Губка Боб. Куда ж наш тренинг? Я сам Губка Боб. И сегодня мы будем проходить опять же таки Gravity Falls, но не простую, а Mabel's Dodlester, что означает Gravity Falls. Пухли в космосе и начинаем. И да, сюжет продвигается у нас в комиксе. Типа Сифика использовал свои карандаши. Ну, понимаете, то же самое наше степень. 2, 3 и первым надо рисовать что-то карандашом. Во второй части друг становится злодеем. Так. Теперь нам нужно остановить Пасифику, чтобы освободить наших друзей. И, ребят, не обры... Так, ребят, надо на такую загрузочку. И у нас, ребят, Years... Орбит. Итак, у нас тут орбита. А, тут у нас вот этого должно быть. Ага, пробел — это значит стрелять. Надо будет соблюдать. Что такое, ребята? Это что такое? Это что такое? По жизни нам... Ага, только защита пухли. Стоп, Мейбл ведь на свободе была. Какого фига? Где она? Наверное, кто-то послал пухлю, ее тоже схватили. Давай! Давай! Итак, ребята, это будет посвящено полному прохождению. Ну и что? А, ничего. Так, ребята, еще и гоблины какие-то появились. Так, ребята, пока я не теряю жизни. Все идет точности как по маслу. Ну это еще что за роботы? Свою первую защиту я растяг. Так, загробастаем. Вы помните, ребята, игру Капхед? Там босс вообще без жизни. Где-то были полоски жизни. Пипец полный. Когда мы дойдем до боссика. Ах, защиту почти располась, ребят. Надо быстрее копить на новик. Ах, блин. Так я точно потеряю жизнь. О, защитка. Ой, пипец. Потерял защитку. Ой, ребят. Столько хомячков. А! Ну честно, чего они так относятся? Ребят, эти пуляются лазерами. Надо их обезвреживать. Босс, ребят! Стопает непосифика. Какой-то чудик. И да, мы освободили Мейбл. А наша способность новенькая — это котята. И левел пройден. И получили новенького персонажа. Так, теперь Space Ranger. О, теперь у нас улучшенные, офигеть. И что новенького нам попадется из вот этих вот хомяков? Это еще что? Стоп, это комета, теперь мы можем уничтожать вот этих вот с первого удара. Прикольно. Ну да. Мы был ведь комета. И да, и мы заполучили достижение. Офигеть. В наших играх тоже могут быть достиндосы. Алло. Там столько гоблинов, жуть. А-а-а, пипец. Кометка срочно.
короче, ребята, опять у нас мейбл закончился. Потерял. Пожалуйста, жизнь, ё-моё, выпадите. Ай, у меня, ё-моё, жизни не осталось. Жизни у меня не осталось. Я жизнь. Спасибо, очки. А теперь у меня жизнь дополнена. Ну да, типа, не защиту и мейбл. Ау-ау-ау-ау. Тут уже я потерял. На вам хомячки, на. И что дальше? Опять это. На. Еще. Боссик опять. Изуса мы спасли, к тому же. Ну прикольно, мы Изуса спасли. Следующая суперспособность у нас в кармашке. Изуса разблокировали. Это еще классно. Так, теперь астероид фел. Астероидные печенья, что? Так, у нас корабль не изменился, только новая способность появилась. Ух ты, комету поочередности. Ребят, наверху у нас очки, которым мы сможем. О, ребята, это не сможет пробить. Похоже, нам придется по кирпичикам добираться до босса. Ну, ребят! Да, ребят, босс у нас открылся. И, ребят, как я сразу догадался, это наводящая пуля у Зуса. Ребята, тебе что попало тут падает? Что попадало? Ага, теперь у нас опять гоблины. Так, ну, ремонт. Блин, что-то на летающих тарелках. Но чтоб вам случайно думал, блин, не понравилось. Я гоблин. Пипец полный. И опять какие-то защиты наполняются. Что ты будешь делать? Ой, пипец. Да ё-моё, звук не сейчас. Пипец. Но я ни одной жизни здесь не потратил, и это хорошо. Пипец, ребят, это сложный уровень. На. Где босс? Ага, пока еще не босс, ребят. Тут столько хомячков, это подсказка к боссику. Вот столько щитов, ну ладно, ребят. Это что-то долго идет. Ох. Ребят, теперь у нас третий. Все, мы его спасли. Фух, ребят. Остался только дядя Стэн. И он прячется на... Аутерим. Ребята, у нас полностью улучшился корабль. Наверное, мы даже сумеем выиграть пассивку. И гляньте! Это вырезанное оружие из Капхеда. Ребята, только не пишите, что я думаю об Капхеде. Просто мы с Патриком без камеры прошли игру Капхеда. Ого, все, ребят, комет сколько выпало. Давайте, ебарасоты. Да, ребят, как вы поняли, это уж не сломаешь. Так, мы выбили Зуса. Да. И он кидает знаки восклицания. Что причем нам, собственно, и не нужно. Потому что они самонаводящие.
Ребят, я хочу Стэна все-таки заполучить. И какие у него способности? Мы узнаем в финальчике, когда будет Пасифика. Но Рост. И где... Так. Боссов пока еще у нас нетобль. Сейчас мы тут замочим хомячков и все стыд. Реально, кстати, в комиксе, ребят. Пипец, ребят. И у нас опять снова обычная. Блин, кто поднял нашу защиту? Я не пойму. Я понять не могу, кто пробил нашу защиту. Итак, мы выбили. Ого, там еще и эти боссики, на-на-на. За то, что вы похитили нашего брата. А вот эти вот лица я не встречал даже. Вот это, ребят, жестко. Так, и перед боссиком надо разрушить всех хомячков. Ну и все, я тут суперсил. О, нет. Так это не просто игра, а сюжет. Ну да, ребят, сюжет. Неудобно отливать вот эти вот штуки. Стэн, ребят. Все, мы освободили его. Теперь у нас новенькое. Все, левел комплект. И финалочка, ребят. Вот оно. Space Rural. Это финал. Это финалочка, ребят. Там будет Пасифика сама и... О, а вы сила где-то стоп. Чё пуляет? Ребята! Он лазер из своей печенюшки кидает. И боссик! Да, чё? Так, мы уничтожили. Ну, давай, мутим. Так, сломали. И все, победа. Ну да, победка. Бэбэк, чё? I'll be back. Она сказала по-терминаторски. I'll be back. Я еще вернусь. Она сказала, я еще вернусь. Ну давай-ка, еще одного боссика. Так, ну это еще не закончено. Опять вернем. Мы тебя победили уже, ты чё? Он опять возродился, ребят. Прикиньте. Вот она шоу за него. Восстановиться. На. С первого раза ее угробили опять же таки. Ага. Мы тебя победили. Стоп. Мы ж ее победили. Как она выжила? Мы ее победили. И снова это продолжается. Пипец полная. Пасифика вообще жесткая на самом деле. Опять вернинг. Что она на этот раз подготовила? Ого себе! Это ее форма, офигеть! Она в форме себя подготовила. Так, мы ее камень уничтожили. Ага, еще щит, ребят. Все, ребят. Не, они еще не уничтожили. Офигеть. Ну, этот щит уникальный. Ага, теперь у нас тут еще и кристаллы, пушечки. Все, теперь мы можем мочить саму пассивку. На-на-на-на-на! Так, мы... Так, это разрушили. Теперь вот это. Теперь и колпак. Победа. Все. Победка. Да, ребята. Все, ребята. Мы победили Пасифику. Ну, это была не сложная игра. И да, ребят, мы одолели Пасифику. И мы вернулись домой. И все пройдено.
можно континуум сделать и посмотреть вот это вот достижение. И да, нам еще надо разблокировать вот эти вот. Так, и там еще рекорды. Да, ребят, это было долго. Ну, ребят, на этом мы и закончим. Всем пока.